Не, я знаю, куда я его могу поставить. Блин. Он потом упадет просто. Или убьет кого-нибудь. Дуки, пошли ставить. Я коп только скопаю. Не, мне нужно все поставить, то есть ПСОшку, а ПСО на КМ не одевается четко. Тут проблемы немножко с ПГ, я его брать теперь не могу. Снизу. Подожди, НТ это что за снаряд? ПГ 9Н. Знаю, сказал. Я понял, ладно, заряжу этот ходу. Чё-то я ничего не слышу, чтобы там тихо. Нет, 60. 60, да, я понял. Азимут 35 где-то так. Стоит в открытии. Да, вижу. Давай, СПГ, да, вижу. У тебя да, идеальный момент. Дай его развернуть, дядя, я его сложил. Он задымился. Я только что сложил, да? Он едет. Украинский флаг! Вижу, врага! Он едет на север. Закатывается. Сторону севера. За холм закатился, по-моему. Да. Он за елочки закатился. Так, сейчас буду его искать. Сейчас я так сделаю. Вот. А, сейчас зарядить, надо перезарядить. Залетело, бахнет. Одна СПГ туда ушла. Точно. Попадание. Карнель, попал. Я попал, бахнет. Да, вижу, вон он по елке влазит. Остановился, вон, он дымится, дядя. Я в бахнет попал. БТР ищите, ребята. Он сгорел, дядя, у него БК сгорел. Минус танк, это отлично. Минус танк. Экипаж? Танк горит, экипаж не выходит. Вышел, нет? Ну, вон
там наши порта полетели, он уже не выпустил. Скорее всего. Заряжаю, нас. Я так снимаю батарею со стороны. Сейчас они где-то на батарею взлетят, значит. Паша, наблюдай эту сторону, там где танк. Угу. Типичный ВСУшник. По танке горает. Сейчас в Чернобыле брать будет. Кого вода? Да ты его с корнет пустил? Да, вот ему прилетел. Я еще походу с СПГ попал сквозь ел. Я вам попал ниже, ты быстрее, у него походу попал, он что-то вижу. Походу, видишь? Я тут уношу, короче, свой СПГ. Домой заберешь его с потом. Дома поставлю на шкаф. С леса долбят с севера, по-моему. Нет, да. 40 прям по мне. Блин, мы еще как гуки сидим, блин. Что, у нас окопы такие нормальные, нам пофиг. Мы сами подходим. Азимут 120. Дуйте, работай. Работай, я сошел.
снайпера на 30 нашли, нет? Нет. Брат, на 30 я там из пулемета поставил. До бетера из бункеров 600 метров. 600? А, есть, да, есть прям под бетером. Летит. Дай. Пуски, 20, мимо. На 20 пусков. Блин, я даже не вижу, это где пуск. Паша, правые дисали, запаса правая. Там маленький домик есть, оттуда. Я туда смотрю со снайпером. Серый домик с ёлками. Оранжевый такой, жарный? Серенький. Ой, ну... Движения не вижу оттуда пока. Он в лесу. Пусков, ага. Вроде. Подойди. Он снова за БТР сел. На этом... Чё да, летит? Пусков. Недолёт. С автоматом сидит. Прям за БТРом. Сейчас. Бей. Севера видел в лесу движение, но это, видимо, танкисты. Попал, убил. Возле курятника бегаю. Который уходил. А где вы там говорили, на 100 еще, да? На 20. На 90 даже и 100. Меня подвинуть. Ладно, сейчас там. Что там? Я вот еще и не вижу. Вижу, пуск. Быстро. По мне пуск не вижу. И опять снайпер появился этот. Я видел откуда, сейчас шмаль. Пулемет тащите, пулемет, ребят, работайте, вижу. Вот где сейчас упадет, перед часам флешем перед. Вот там вот именно под этой елкой, слышишь, вот именно. Паша. Да. А курятник оттуда именно в лесу. Пуск. Чего? Да. Там где-то в лесу, где-то. Ну, а, да, в его. Поделка, я знаю, где меня месяц перезарядить. Охренеть, мне просто звенит. Берушек такая. Да уже воткнул. Все. А по станку очухся. Добили. Жаль. Снайпер работает. Жадность убила. Да, я вижу снайпера, сейчас найду.
Да, оптика нам нужна посмотреть, потому что я не вижу ничего. У меня есть бинокль. Серый домик такой. Пока. Меня ранили, что случилось? А он, наверное, нарисован здесь, что ли? Минус один нарисован. Погрешник? А, вот он. Погрешник, который был, сейчас стрелял я. Окей. Дал точку. Да, вот. Красный. И вот. Я убил, там вот. А убил снайпера? Там этот был, с других... Там что, ага. Снайпер? Ниже снайпером. Это я. Это ты или нет? Нет. Не-не-не, он там. Я за тобой слеп. Я мертв, подожди. Я походу мертв. Всё. Где он там? Он на краешке лежит, в поле открыт. Не-не, слева. Березка, да, двойная, вот там. Я его не видел, офигеть. Он прям рядом со мной оказывается. Лежит возле забора, смотри, где я. Понял. Две коробки осталось. Да, это снайпер. Ну, вернуться снайпер. Надо. Слышишь, это снайпер. Что еще раз? Шамаль Паша окопался. Пошли с ПКМ? Да. По мне лупит откуда-то. Блин, прижали. Они бегут прям по полю. По полю, да. Давайте, пока они меня гасят, гасите. Типа мы вообще жив. Это я. Понял. Убил за диру. Окей. Ах ты ж опять по мне лупят. Откуда же он лупит? На высоте где-то. Да я а понимаю. Мы можем туда побежать? Я обхожу где-то. Теоретически. Окей, я побежал. Где-то в каменной гряде. Трассеры мои видите? Да. Там масляный конец есть. Куда они а? Смотрят, не. Да, он там.